Идем в лес, как говорится. Что еще можно? Там он тоже, видишь, народ гуляет. Пойдем на круглую поляну, как обычно. Нормально. Я говорю, что нормально спустился. И еще то, что вон там есть дорога на поляну. Ну пошли. Погнали. Акабы возвращаются. Можно не бояться, у них такие интересные носики, что они очень короткие. Ну, короче, они не могут сквозь одежду вдруг кровь попить, понятно? Все, теперь только вперед. По всем вот этим. Ты смотри, тут как дорога заросла. Тут от дороги осталось. Не, как асфальт проложили. И с конца. И все, сюда ходить перестали. Нашли, кто-то пытался делать шалаш. Уж когда они его делали, не знаем. Но прикольно. Походу у них ничего не вышло. Помнишь, мы тут под какой-то елкой с тобой от града прятались тогда? Смотри, уже деревья какие выросли, а тут не было деревьев-то. Скоро тут нет поляны, будет быть один костер. Я последний раз костер засыпал вот из этого рва противопожарного. Опа! О, по нему удобнее идти. Видишь, пришли на поляну. Тут комаров меньше, потому что тут ветер. А мошек в два раза больше. Ну не знаю, у меня нет особо мошек. Ты бы видел, что у тебя на кепке творится. Ну на кепке-то пусть. На кепке у меня творится. На кепке у тебя там комаров и мошек. Нет, на кепке у меня творится. Ну да. Так, где эти деревья-то? Это так заросло все. Ошибочка вышла. Вон те деревья. Ну что, сейчас будем костер жечь. Да ладно. Я вон там тогда копал. Видишь, у них это? Дрова лежат. Это вот моя прошлогодняя яма. Конечно, взял. А если что, вон они бросили какие-то спички. Надо тогда сейчас это разгрести. Лопату доставай пока. Как там насчет лопатки? Так ты это, ремень-то ослабь там. Отличная вообще лопата. Штык. И не только. От собак помогает. Хлоп в бочину или в нос. Меня вообще видно было в кадре? Ну да. Но нам надо лопатку. И самое главное, стоит-то всего ничего. Я уж ее, правда, показывал. Вон, заточил я ее только. А так вот она, фикс прайс. Вот, костерчик разожгли. Да. Я же тебе говорил, что разжился недолго. Так, надо дрова. Дрова вон там взять тебя.
сучок. Понятно. Ну все как обычно. Ничего нового, ничего старого. Ну, я выключаю. Все, прожарился, вообще идеально. Ну-ка. Ну во, четко. Ну что, жуем сосиски? Давай. Ну давай. Ну шикарно, я тут как раз сучков с нее нарубил. О. Фига себе у нас за годовой запас дров. Да это мало. А, ну ладно. Там потом сходим, еще срубим бревнышко. Вырубай. Я не помню, что у меня такой зимой. Был, всегда был. Да. Угу. Я думал, ты там будешь. Но он в лес ушли, сосиски жарит. Так что вот, развлекаемся пока так. Что-то у нас солнце зашло. Тучи. Как бы дождя не было, а мы тут посреди леса. А то придется бегом убегать отсюда. Да? Ага. Ну что, домой? А куда еще? Тогда давай собирать все. Делать все равно. Костер мы потушили. Ну что, домой? Ну пошли. Что, давай собирать все. Вообще он оттуда. Слышно, что на площади праздник-то.